пизда, Джон Коляна Фест, погнали. Ну чё, думаю, стартанем, наверное, с сатира и спросим, почему их не продукт такое дерьмо стало. Поехали, найдем сейчас главного человечка и спросим за сатиру у него. Почему, что и как. Так, собственно, как я и говорил, мы уже из стенда сатир. И вопрос ребятам. Ребят, какого хуя сатир превратился в конвейерное говно? Слушай, сложный вопрос, почему ты так уверен, что он... Я уверен, а у меня дома есть пачка первого сатира, и когда сатир был крупным листом. Но... Почему сейчас все так печально, глухо? Почему печально? Я бы с тобой поспорил, вот, покурили бы вместе с тобой, и ты бы задал этот самый вопрос. Давай, смотри, вопрос еще один. Вот. Смотри, почему вы ушли в сторону мейнстрима? Что за мейнстрим? Где, блядь, истинная жилка ебучего сатира? Где, блядь? Всем хочется ездить на Феррари, вот, покупать Ламборгини, яхты. Но при этом многие фанатеют от Волги. Почему бы вам не придержаться такого формата? У нас будет следующее место в Петербурге, вот. Вы увидите. Трусатир. Трусатир? Да, трус. Такой же хуйни, как с Крауном, не будет февральская, мать вашу, партия, да? Не будет, не будет. Это сатир, мартовская партия, да? Вот, приходите на мартовский фест, вот, и вы увидите трушный сатир. Что нового у вас? Новые вкусы, 10 вкусов новые. Самый первый ваш кулечек. Ну, вот приходи с первым кулечком, я возьму второй кулечек. Вот, приезжай в Питер, вот запиши контакты. Я вот, приеду. И мы с тобой сядем кальянный, покурим. Вот, и ты еще раз вопрос. Этот вопрос. Вот эта хуйня еще не сдохла? Не сдохла. Давай подойди к концу феста и еще раз задай этот вопрос. Вот, если эта хуйня сдохла, вот, посмотрим. А если вы новую воткнете сюда? Одна плитка. Я бы не доверял бы ей. Вот она спринтирована, одна плитка. Все, спасибо. С тайгером понятно. Она просто охуенная. Ты же мне кофты не присылаешь, блядь. Слушай, Жора, у меня к тебе вопрос. Мы сейчас находимся на стенде Sign P Doha. Вопрос очень такой прикольный. Как ты относишься к фрегату? Я отношусь к нему как к продукту, который, естественно, может быть на рынке, но то, что его называют Дохой, то, что Путков говорит, что Доха — это не табак, и то, что в Доху добавляют селитру, это полная хуйня. Ребята, не слушайте эту ебаную хуйню. Фрегат, окей, с легкими табаками укрепляет, с тяжелыми нихуя не работает. Через бонг табак курить — это полный бред. Через медвах фрегат не вставляет. Курите дох, пацаны, все. Слушай, еще вопрос. Лично, да, я как бы вижу, что будущее за фрегатом и за подобными продуктами. И доха потихоньку отходит назад. Как ты считаешь, так это или нет? Нихуя ты говоришь, что... Не, на самом деле, в плане кальянного рынка, возможно, большую часть рынка займет фрегат, потому что это более кальянный продукт. Мы все же выходим на традиционное курение, учим людей здесь прямо курить традиционно доху, и думаем, что мы как бы займем в этом плане свою нишу. Также, Жор, ты готов послать Путкова нахуй? Нет, не готов, он курил мою доху, нормальный чел, только не говори, что доха — это не табак, пожалуйста. Доха — это Вирджиния, которая готовится уже 500 лет по одним и тем же рецептам в арабских странах. Сначала лучше узнать, чем говорить всем. Слушай, а чем СТ от Соляриса отличаются? Чем отличается? Ну, перегревается эта чашка. Солярис — украденное производство. По факту это полное говно. Покажите фанал. Фанал покажем сейчас, приветствую. Фаналы у нас есть, вот они. Фаналы. Галь. Достань кому-то. Почему именно фанал? До каких он нахуй целей вообще нужен? Фанал сделан, как вы сказали, для таких нахуй целей. Чтобы табак не вытекал из чаши, чтобы можно было дольше курить, больше экономить и кайфовать. А также у нас для нашего любимого блогера... Е-бой, вы знали, что я подойду? Для лица номер один. Вы знали, что я подойду? Для лица номер один.
Батя, здоровья. Привет. У меня к тебе вопрос. Говорят, ты устал работать, ты заебался, есть такое? Есть такое. А что нужно? Вот коньячик заебался. Вот что ему нужно, чтобы обновить свое желание работать? Нормальные вкусы, нормальные табаки. Не-не-не, не понял. Вот он заебался уже работать просто. Вот, но он хочет работать, и он поймал такой заеб, понял? Поймал рутину, как ему с нее выйти? Надо отдохнуть. Надо отдохнуть. Надо отдохнуть, да, как раз скоро едет. Да. Пару слов о сатире. Давай. Ребят, блядь, исправляйте вашу хуйню, блядь. У вас конвейерное говно пошло, блядь. Реально, конвейерное говно, блядь. Верните старый, трушный, блядь, олдовый сатир, который я любил курить, блядь. Я и так к вашему табаку долго привыкал, а потом вы опять все испортили нам. Ладно, давайте подойдем к Сириусу и Фьюму. И у нас есть вопрос к вам. Ребят, как дела? Слушай, вопрос такого формата. Я подержал вашу баночку, подержал баночку Худкова. И у вас баночки идентичные, абсолютно идентичные. Но Худков честно говорит, что он баночки делает на Погарской фабрике. Соответственно, вам вопрос. Вы с Погарской фабрики? Я не знаю, где он в Погарской фабрике нашел консервы. Ну, а давайте все-таки позадаем вопросы Сириуса. Ребят, что нового? Ничего, все старое. Все старое? Старое. Все просто и практично. Ну, у Сириуса и Фью все старое. Мы, главное, вопрос задали. Цена новая. И, скорее всего, это консервные банки из Погарской фабрики. Это у нас стенд Джинни. Сейчас спросим, что у них нового есть. Здорово, ребят. Как дела? Нормально. Что у вас новое есть? Слушай, давайте расскажу. В целом, все вот эти модели, кроме флекса, представляем впервые на выставке. Мезра, все полностью. Хорошая цена за хорошую колбу. Вопрос. Почему Джинни такой разъебанный весь? Почему у него, когда курит, шахта болтает? Вот так делает. Когда курится, приятно, что не болтается, но... Лишнюю сама конструкция. Да, почему-то... А, здесь уже новая конструкция. А, все, вопросов нет. Но старая была дерьмо пизда. Она ажитации выпадывала. На самом деле, там тоже может какой-то единичный случай. Дело просто в том, что здесь алюминий, он немножечко разнашивается. Ой, бать. Это будет на следующей неделе. Я подозреваю так, что скоро все кальянные производители чипсов, блядь, потихонечку перейдут в холодное оружие, блядь. Что этими можно убить, что смоклабовскими можно завалить просто кого-то. Прекрасно. Толстовку видел? Толстовку нет, да? Оу, прикольно. Круто. Да. Давай. Густой, а почему ты не участвуешь на Оскаре? Мой блог недостойный. А возможно это связано с той же причиной, на которой я не участвовал в прошлом году? Ну, просто... Чичагове конфликт? Да, просто конфликт. Вот был конфликт. Я не думаю. И за меня голосование там даже за сеть как бы не особо крутые. Я типа никого не говорю, типа голосуйте за меня там. Как ты думаешь, кто сегодня выиграет? В чем именно? Я не видел в топ-3. По блогу, вышел. Просто по блогу. А ты вышел в топ-3? Да, я на первом месте. Я, Марик и Новокули. Бля, думаю, Саня выиграет. Вот пацаны мне подлезали, видишь, и сделали футболки. Нет, Тонкс охуенный. Тонкс охуенный. Тонкс охуенный. Да. А это у нас стенд Энигма. И я хочу у них спросить одну вещь. Вы кто, бля, вообще такие? Откуда взялись? Мы москали. А до этого у вас какая теория была? Вы кто, американцы? Не-не-не. Мы производим табак в Москве. Сами мы все из Москвы. Приехали из разных городов. Собственно, вот. Наш табак ассоциируется с путешествиями. То есть каждый вкус – это путешествие. Просто рубим бабки, да, в Москве рубим бабки. Вот и правильно. В Москве
накуривает. Он не крепкий. Нельзя его назвать крепким, просто он накуривает. А из новых вкусов у нас Marbury, Cola, Duchess и персиковый йогурт. Отлично. Короче, у меня многие спрашивают сделать обзор на Enigma, но у меня ее нет, ибо табак я не покупаю. Три топ-вкуса дайте мне, пожалуйста. Договорились. Все, я подойду попозже. Я тебе риотов принесу. Все на... Так, у нас здесь производитель Северного. Всем привет. А, отлично, спасибо. Вопрос. Почему кому-то закатывает Северный, а кто-то его просто, блядь, реально ненавидит? Я думаю, это дело в маркетинге. Потому что, ну, тематика неоднозначная. Кто-то ориентируется на продукт, а кто-то говорит, ну, у вас такая блатная тема, я мне на ней нравится, и, блядь, табак дерьмо. Что нового появилось? Три нового вкуса, личи, пихта и аналог Супернова под названием Север. Север, ну, бля, логично. Все, понятно, спасибо, Антон. Да, пожалуйста. Это табак Северный. Не покупайте, иначе сядете на зону. Мы подходим к стенду Big Max. Это тот самый производитель угля, который всех заебал ебучим спамом, блядь. Чья фотография набирает больше лайков, получает 1 килограмм угля. Приветствуй, друг. Привет, король спама. Король агитации. Слушай, что у тебя в угле поменялось? У меня поменялся завод 7 месяцев назад. И из-за этих пор все хорошо. Моя жизнь изменилась. Самый крутой стенд, наверное, у Nano Smoke. Это просто новые технологии кальяна Nano Smoke. Его не видно, и, собственно, продавцов тоже не видно. Так, это у нас Крис. Киров! Так, смотри, очень громко музыка играет, поэтому погромче. Что нового? Нового пока что только Беномансер, а потом... Сладкая мята. После Нового года у нас буквально после Нового года будет акциз, будет три новых вкуса, будет манго, красная смородина с корицей и кола. Слушай, почему ваша кашмировая линейка никому не зашла? Не соглашусь, как многих ему зашла. Сколько сейчас продукт стоит за банку, не считая именно фестивалевских цен? 1100 оптовая, 1250 рекомендованная розничная. Для представителей лояльных условий поля. Спасибо, отлично, отлично, спасибо, Антон. Давай. Привет, мужик! Привет, привет! Как дела? Извини, правую руку не могу дать. Да. Слушай, вопрос, как дела у Игуаны, что нового? Игуана замечательно. А, вот там наш второй стенд, там все кальяны. Здесь мы просто делаем татуировки всем желающим. Что за татуировки? Обычная, настоящая татуировка, только Игуаны. Прикольно. Почему после обзора ты перестал со мной общаться? Слушай, я на тебя не дозвонился. Ты что, занят, ты занят. Давай сделаем еще. Понятно. Я только я на тот сайт. Специально для тебя мы выпустили крепкую линейку. Я забрал гондончик. Специально для тебя выпустили крепкую линейку, которая не так бьет по горлу. Я потом заберу ее. Давай, давай. Почему ваш уголь так сильно любят в Питере и так ненавидят в Москве, блядь? Потому что он лучше. И лучше
Короче, расстояние между стендами хуёво очень, бля, ебать, не по норме, блядь. А, привет, как дела? А, и вот, расстояние между стендами хуёво, надо было делать пошире. Толкучка идет. Примет, это Brothers, лысый из Brothers. Он больше не еврошиша, он больше не ХП, поэтому нам нечем с ним разговаривать. А, он теперь social smoke. Ты как проститутка прям, по брендам, как проститутка. Через дикую боль и толкучку мы пробрались к Шейпсу. И у них есть очень крутые новинки. А, собственно, мы видим самого Макса, и у него мы сейчас спросим. Макс, братан, это вот это? Да, вот привет, да. Это полностью нержа, покрытая титаном? Да. Градиентная, охуенная. Рассказывай, что нового, сколько он стоит? Слушай, стоит. Сегодня отдаем все по 16 800. Только сегодня. Розничная цена будет в районе 23 900. В обратном своем свадебном пиджаке. На свадьбе я был не в пиджаке, а в другом. Понятно. Это новые шейпсы, короче. Они полностью из нержи. Но осталось самый главный вопрос. Он теперь как бы охуенно. А курится ли он? Охуеннее, чем лучше. Два вида тяги, классическая и легкая тяга, и коннектор на клик-системе. Оу! Прикольно, прикольно. Попробуйте нас на что почет. Сейчас она... Дава, короткий табак. Короче, у нас здесь есть новый продукт Jumbo, и девочка готова нам рассказать. Идемте поближе. Всем привет. Вопрос, что это вообще такое? Я о нем не видел, не слышал. А, потому что мы его год разрабатывали, долго над ним работали, получили крутой табак. А, соответственно, 50 плюсов удовольствия на сегодняшний день. Вы можно знаете, я как скажу? Я не доверяю табаку, который в пакетах. Почему нельзя было сделать нормальную коробочку и потратить на это бюджет? Почему не дать ему маркетинговый вид? А почему вы не доверяете? Потому что для меня это дешевое производство. Если производитель не может захуярить нормальную коробочку, либо нормальный, собственно, внешний вид, то я считаю его не очень. Попробуйте сначала наш табак. А чтобы попробовать, нужно на него вначале посмотреть и первым делом вид отталкивать. Как вам такой вариант? У нас... засыпалось. Очень. А, вы, наверное, да, еще и с Якиторией сотрудничаете, да? 20-граммовая новая упаковочка. Я возьму, можно малину такого попробую? Такого еще нигде нет. Это ноу-хау. На самом деле, ноу-хау было, это когда игуана давала пробники в баночках из-под мочи, ну, для анализа. Это был ноу-хау. О, боже, у нас все гораздо интереснее. Попробуйте. Все, а как мне его дальше хранить, если я его открою и захочу лишь только 5%? А он одноразовый. А, он это одноразовый. Да, да. Все, понял, все, попробую, скажу, да. И покайфовал. Спасибо, а пакет ребучий этот меняйте. Так, Цахар. Это Цахай Цахаев, я не спал 2 дня, а теперь можно разговаривать. Да. А какого хуя ты больше не взрываешь? Бля, я, короче, состарился. Теперь я только эту тушу. Как ваш товар для дома? Я у вас таки не был, нужно заехать. Я видел пару стоп. Не, на самом деле, просто хуя работы, блядь, очень много работы. На удивление, да, я на работе работаю. И поэтому пока не работаю над блогом, но думаю, что в скором времени будет много чего интересного. Как тебе выставка? Да хуй его знает, я только пришел. Очень узко, правильно? Не по норме сделано. Бля, братан, я как, короче, свой бывший детстве лежал, там не так узко было, короче, понял? Всегда, потому что доху можно сделать максимально мягкой, табак можно сделать максимально мягко, естественно, а доху можно пустить вверх и сделать максимально жестко. А фрегат — это еще один из вариантов, и он, в принципе, неплохой. Но я бы не сказал, что это какой-то...
смотрите, меня в свое время впечатлило, сам знаешь, ВТО, допустим, да? Всех уже, наверное. Да. Смотри, вопрос. Ну, я перебью. Сказать, что это прыжок, да? А, я делал пост о вопросах. То есть, какие задать на выставку? Там один вопрос был тебе. А, вопрос довольно-таки каверзный, да? Почему в Шишке Лаунж все плотно садятся на уши кальянщики, но выносят 10-минутный кальян? Смотри, подача в Шишка Лаунж до 15 минут. Нет, да? Кальян 10-минутный, он курится 10 минут. Такого, извините, но честно не припомню. Смотри, я сейчас откатал вот реально недельную смену, ребят. Это просто недельная смена. Я не знаю, как чаевые в других заведениях. В моем заведении был рекорд, это 19% от суммы. Не потому что один стол оставил много, а потому что просто много столов оставлял здесь. И я честно, потому что у меня была ситуация, где у меня человек подошел, оставил 14 000 на чай со счетом 3. Но народ ходит, народ битком. И если кальян у меня курится 10 минут, у меня в заведении существует правило перед обивки. 15 минут перетребается бесплатно. Это никуда не включает. Это не мои, это мне тоже дали. Это... Как дела? Не очень. Почему все думают, что мы с тобой стрёмся? Не знаю. Есть варианты. Как быстро? А? Как быстро? Пока не нравится. Очень шумно, очень много людей. Личный вопрос. Как думаешь, здесь проходы уже, чем у твоей подруги? Ты по ее проходам еще не ходил? Так, блин, ну это патовая ситуация. Слышь, почему табак ебучий пластилин, блядь? Как дела? Почему бразильский чай испортился? Первый вопрос. Второй вопрос. Почему карибский ром стал со вкусом печенья? Третий вопрос. Почему ваш табак как ебучий пластилин, блядь? Он нормальный. Да он жесткий, пизда просто. Ну, ну, ну что это? Ну где? Что с ним не так? Дарксайд не видел. Что нового по вкусу? По вкусу сегодня ничего нового. Все старое, просто минус. Мы сейчас немножко с другими вещами работаем. Понятно, это табак Спектрум. Ничего нового, ничего интересного. А, можно, да, ребят, пропустите срочно. О, привет, да. Привет. Как делишь? Так, а, это Космошоп, Космобоу, депутат. Вопрос, давай. Да. Вопрос. Ты чё мне, блядь? Кальян голубями отправил или чё? Забирай нахуй. Всё, блядь, иди. Ты мне хотел зелёное отдать. Зелёного нет больше. Я шахту заберу, у меня колба есть. Давай, я сейчас комплект сделаю. Да. Давай. Все, вопрос решили. Это стенд ВТО, где самые кайфовые ребяточки сидят. За сколько ВБРу продался? Мы с тобой в Питере 22-го будем смену катать? Да, братик, да. Ты уже объебанный? Да, кольцо, все, заебись. Ты уже объебанный? Да. Я тебе приду, сейчас 5 секунд, я тебе приду. Заходи. Смотри в камеру. Сейчас, сейчас. Я хочу с ним нормально спорить. Есть. Держи. Еще табак обещал 10 пачек. Его я. 10 пачек северного обещал. Как дела, что нового? Все отлично, вот от тема новый. Приехали. Все, что прям все качественно. 12 тысяч сейчас пока стоит. То есть со скидочкой, соответственно. Китки перевезли. Понятно. Блейд Хука, как дела? Отлично. Полный чемпион, вот новый кальян. Молодцы, ребят. Вот кальян полный комплект, 7 тысяч. Сколько? 7 тысяч. Нормально. С колбой? Да. Блейд Хука, новый кальян, вот такой. 7 тысяч, я знаю. Для перегрева. Мост. Вообще много народу из Казани. Казань к нам приехала. Они еще приезжают. Вышел какой-то парень и говорит, я за них заберу. Не ожидали. Как дела? Чего нового? Лучше получат. У вас очень-очень. Ништяк. 2,5? Все, ништяк. Спасибо, поехали. Охуенно. А что стенд такой, бля? Прям уютный. Спасибо. А какой он должен? Поехали дальше. Старались.
готовились. Прикольная модель, градиентная такая, переливающаяся. Хамелеон. Хамелеон, да. Да, я в детстве любил масло в воду выливать, чтобы такая хуйта была. Или бензин. Да, или бензин. Или бензин. Понятно, это soft smoke. Как вам выставка? Всем привет! Что у нас отлично? Прикольно все, но очень громкая музыка. Невозможно общаться. Хэштег вилла хозяина. Господин Лукьянов, какого хуя? Откуда волосы в табаке? Их стало намного больше. Нет, во-первых, не стало, во-вторых, это не волосы. Это... Да, еще вопрос подписчикам просили задать. Почему, опять же, идет нестабильность у Дарксайда? В чем именно? Вот люди говорят, что много, мало сиропа, много сиропа, много. Короче, им не угодишь, но вот как-то... Ну, тут нужна конкретика. Просто здесь в чем дело, да? У меня есть профиль ВКонтакте. Да. Если есть какие-то проблемы, всегда можно туда написать. И мне надо просто понять, в чем конкретно был случай. Я тебе прочитаю. Что нас ожидает в дальнейшем? Слушай, ну смотри, мы сейчас в любом случае делаем небольшую паузу, да, и есть определенный план на 18-й год именно по сырью, да, потому что то сырье, которое есть сейчас, у него есть определенный предел развития. И мне кажется, мы с него уже все вызвали. Соответственно, 2018 год у меня большая цель — это действительно сделать что-то с самим сырьем и уже не с тем, которым мы пользуемся, а поискать другие варианты. Ну, мы этим уже давно занимаемся, но сейчас есть хорошие шансы что-то с этим сделать. Обновить прям. Именно, вот с нового листа. Потому что вот эти вот ниточки, да, ну то есть я имею в виду... Волокна, да. Они мне тоже не нравятся, но с текущим сырьем это не решишь. Соответственно, здесь есть вопрос. Потому что в любом случае, если мы будем менять немножко сырье, может измениться сам Дарксайд, да, и здесь есть, ну, определенная сложность. Поэтому это все будет тестироваться, презентоваться раньше, чем мы будем. Вот, вспомнил вопрос. Открыть не могу, но вспомнил. Почему Дарксайд стал 30-минутным по аромате? Ну, здесь я с тобой не соглашусь. Я его курю каждый день сам, да? То есть у нас есть дегустации обязательно. Ну, да? Я знаю, фокус-группа, все дела. Не-не-не, даже не фокус-группа. Фокус-группа – это на новое, на что-то. У нас есть регулярный контроль, да, того, что мы производим. И я сам лично курю это каждый день. Не может быть все образцы, у меня есть специальный человек на это, но... Я не знаю, они хоть почасу выкуриваются. Может быть, есть какие-то конкретные случаи. Опять же, здесь надо проверять. Да. Да? То есть проверка качества, опять же, мы легко это делаем. Если есть какие-то конкретные пачки, мы их получаем и что меняем. Да, вопросов нет никаких. Все, господин Лукьянов нам ответил. Вот самый адекватный, наверное, человек. Вот, например, у нас сидит сейчас представитель. Это вообще хозяин виллы, да, блядь. Хозяин виллы. Он нам... этим тоже занимается. Да, это все правда. Все, что он сказал, чистая правда. Как дела? Чего я сегодня больше кальянов взял? Эти две модели, ну вот это, бюджетная, а вот это маленькая. Вот ее в принципе курил. Чё она у вас так рябит, бля? Я не понимаю. Я не электрик. Чё, как дела? Нормально всё? Красавчик, это упаковочка такая. Как ты считаешь? А правда ли, что есть такая мода на маленькие черные дешевые кальяны? Очень. Что ты думаешь о Медфире, о его красных кальянах? Не знаю, мне лично красные не нравятся, черные. Это классика. Черные всегда будут. А правда, что ты писал когда-то Денису и просил его продать ему кальян, а он тебе сказал, что, блядь, что, спиздить хочешь? Да, как только он начал их делать, я хотел купить, но в итоге я не купил. Понятно, это First Hookers. Йоу, Клык, привет! Привет, брат, как ты? Ебай! Да. Надо Даше показать, ну-ка покажи. Бля, как бы тебя теперь вампиром называть? Волком, Клыком. Нормально. А? Так же. Как дела? Так, это у нас стенд «Воскуримся». Сюда нашему дорогому другу Максу. Макс, как дела? Что у вас из нового, из новинок? Да вот, бля, какой он охуенный. Стоит. Нет. А,
такое? Это Фарида. Фарида, извращается, да? Понятно. Как дела у вас, курица? Что нового? Все отлично, работает. Скидочки сегодня большие. 10% от розницы мы делаем. Понятно. Это Воскуримся, Мик, Пуха, Фарида. Это Табак Гиксон. Ребята, как дела? Кто не знает, у меня на канале еще идет конкурс, где мы разыгрываем табачок Гиксон. Ребят, что нового привезли? Очень большая новинка у нас, новых вкусов. В принципе, на обзоре уже. Да, да. Мне немножко голос пропал. Я понял тебя. Привет, братья мои, братья. Все нормально, это мои братья. Так, Десяш, как дела у вас? Все нормально, привет. Это у нас, я до сих пор не могу запомнить, Dream Smoke Hook, либо просто Десяш. Ребят, что нового? Вижу вот эту новую модельку. Да. На это у меня такая есть. Да. Все? Все. Все, ничего больше нового нет? Пока нет. А что вы так? Ну, пока с этим не справляемся. А на Питере будет что-нибудь новое? На Питере... Или вас не будет? Понятно. Ну, ребят, большое... Мы изменили теперь... Да, правильно. Видел, да? Мы молодцы, да, заметил. Вы молодцы в том, что из непонятно какого кальяна превратились в хороший бренд. Потому что я помню, мы с Аней снимали выпуск на ваш самый первый кальян. Молодцы, ребят, это Десяж, блядь, крутые кальяны, короче. О, бля. А это у нас магазин Shisha Two Brothers, либо Shisha RF. У них здесь есть вот этот фараон ебучий, непонятный. Есть машинка, есть то-то. И больше ничего нет, идем дальше. Ребят, привет, это чашки Green Bowl, Украина. Что нового у вас? Новое у нас только вот такая. Нет. Оу, классика. Понятно. Есть. Цена сколько в розницу? Ну, сейчас продаем по 200. А вообще? Это новогодица. Ну, я думаю, рублей 250. Что еще? О, мундштуки. Мундштуки, да. Начали делать, вас не было? Были. Были? Были. Не помню. Твердые породы дерева, внутри держан. А, ну классика. Да. Блядь. Ребят, кайфовые. Охуенно, блядь, не скользит. Есть кожа. С кожей? С кожей. Прикольно. Что еще нового? Какие успехи? О, черный, прикольно, я знаю. Да. Понятно. В Питере будете на выставке? Да, конечно. Что, предоставить что-нибудь новое? Ну, надеемся, успеем. Да. Почему у вас до сих пор не... О! А, вот, да. О, это топчик. Вот, новое, говорю, а вы говорите, нет. Да. Прикольно. Все, ребят, спасибо. Это Green Bowl, украинские чашки очень хорошие. Давайте, увидимся. Магазин Травашоп, который очень часто покупает у меня рекламу. Здорово, ребят, да. Вам вопрос. Нет, стоп, давай, если ты сейчас нас будешь подъёвывать, мы тебя будем называть по имени, по полному твоему имени. Меня зовут таким. Погнали. Все, съели, давай. Смотрите, если к вам придет чувак и скажет, мне всего-то пока по 1 грамму, вы его нахуй пошлете или все-таки как-то, блядь? Без проблем, без проблем. Мы... Это мой микс, ребят, он пиздатый. Да, знаешь. Нет, он, кстати, больше всего расходится. Нет, без проблем, у нас бывает такое, что люди приходят, берут 2-3 грамма суперрола на определенный микс покурить домой. То есть никаких проблем. Да, нам обидно, что себестоимость контейнера выходит выше, чем сам микс чаши, но тем не менее, почему нет? Заверните мне всего Дарксайда по 1 грамму, сколько будет, я заплачу. Мы не можем здесь продавать Дарксайд на разрез. Окей. Свыше не поставляем.
вам приеду с камерой и закажу всего табака по 1 грамму. Давай, 1004, думаю, уложусь. Давай, давай. Все, поснимаем, как вы будете упаковывать все это, блядь. Трава шоп, ребят. Табак по 1 грамму. Слышь, душу продай мне свою. Продашь душу свою? Кальян душа. Кальян с очень пиздатым названием, потому что это название можно обыгрывать по-разному. Продай мне душу, а у тебя есть душа и прочее поебень, а это у нас Макс. Один из пиздатых дизайнеров, который может делать охуенные пикчи. А тут сейчас чувак отойдет, я у него возьму интервью какое-нибудь. Макс, привет, что у тебя нового? У меня новое. Показывай, давай, душу свою, выверни душу наружу. Да, я почувствовал. Работай. Ебой. Нержавеечка. Нержавеечка. Ебой. Вот это охуенно. Знаешь, Жека, нержавейка не спорит. А я вижу ее. Он охуел вообще, сколько она весит. Охуенная. Круто. Бля, Макс, молодец. А на самом деле, я... Давно еще с Максом, помню, обсуждали, что он хочет делать кальян. И называться он должен был тогда по-другому. Но Саша Новохуль придумал ему название «Душа», и этот бренд закатывает. Охуенно. Если у Макса сейчас останутся кальяны под конец, я у него парочку заберу. Сейчас 5 часов вечера, у меня ничего не осталось. У него ничего не осталось. Ну ладно, будем ждать с Екатеринбурга. Спасибо за картиночку. Народу дико много, очень много народу, просто, ну, все в формате тусовки, вроде всем весело, всем нихуево. Йоу, как дела? Нормально, Кукаплей Сочи, Кукаплей Суфа, как дела? Хорошо, ты когда в гости приедешь? Я недавно был у вас в Уфе. Я знаю. Да, так к вам не заехал, потому что я был, ну, уставший. Да это нормально. Че курить? Нахло. Понятно. Ну так вот, народу очень много, коридоры узкие, как будто по какой-то целке гуляешь. Я еще не все снял, поэтому нужно пойти туда и там поснимать, а потом снять, что вообще есть в VIP-зоне. Да, попозже туда пойду. Сейчас вначале туда прогуляюсь, потом пойду в VIP-зону. Ребят, ща будет мясо. Ща будет мясо. Мы подошли к стенду Chill Out. Здорово. Привет. И мы сейчас будем задавать вопросики ребятам Chill Out по табачку. Мясо будет у дяди Сережи. А? Мясо будет у дяди Сережи. Ребят, как дела? Да, хорошо, все. Как дела? Я к тебе один вопрос дам. Какого хуя? Это у меня вопрос, ребят. Какого хуя? Вы чё? Какого хуя, ребят? Чё вы там в комментариях срётесь? Мы не срёмся. А? Где вы срёмся? Подожди, брат, видишь, снимаю. Вопрос, ребят. Вам самим удобно с этими упаковками работать? С чем? Вам удобно самим с этими пакетами работать? Но у меня дома нет контейнера. Хуёво, ребят, у вас маркетинг прям огонь, блядь. Делаем. Молодцы, все. Молодцы. Так, это у нас типичный кальянщик сделал свой табак. Ему нужно задать вопросы. Привет, ребят, как дела? Привет еще раз. Типичный табак, что это такое вообще? Made by you. А? Made by you. Что это такое? Табак, я просто русский, я не понимаю. Прошу внимания, господа. Не понимают по-русски? По-английски не понимаю. Слушай, сегодня кто его придумал? На этом мероприятии табак мы создан вручаем подписчиками паблика «Типичный кальянщик» совместно. За понятно. А Никита Ефимов больше как лицо продукта, либо как создатель? Кальянная ассоциация Германии. Дирм, лицо создатель. Тоже хочет стать лицо создатель. Того. Понятно. По крепкости как он? Более легкий. Не сильно легкий. Средний.
Все понятно. А ромка большая? У меня есть открытые. А что это за жижа там? А почему лист прозрачный? Фольга. А, прозрачный. Вы какие-то мутные ребята. Табачок явно мутный, бля. Почему лист прозрачный? Лист, вот. Лист прозрачный, почему? Почему сырье прозрачное? Правильное сырье. Это правильное сырье? А у Дарксайда правильное? По-своему, да. А у кого неправильное из производителя? Каждого по-своему правильно. Скажи, не стесняйся, у кого неправильно? Не стесняюсь. Для каждого табака есть свой любитель. Вы лучшие? Вы не лучшие, просто А почему лист прозрачный? За продуктом среда, продукт года, файт года. Так, это у нас уголь Black Coconut. Я на нем лично сам курю. Очень хороший уголь казанский. Ну и, соответственно, вся казанская диаспора здесь уже. Так, что у нас там? Оп, привет! Здорово! Как дела? Чё, как по углю? Нормально все? Мы на нем тоже работаем. Нас устраивает. Руслан сам где? А, вот и Руслан. Русик, рассказывай, что нового у тебя по углю? Да, все ново, новая партия. Качество шикарное, есть фасовка. Друзья, прошу еще минуточку внимания. По левую руку стоит человек, благодаря которому мы здесь сегодня собрались, благодаря которому так мощный. Я знаю, говоря по голову. Правильно, надо собирать хорошую команду. Охуенно здесь. По ним ты и сам работаешь. Да, я сам работаю, на них дома курю и на них же жарю мясо у себя на летней террасе. Так, это у нас кальяны Маклауд. И мы готовы ебать. Это что, братан? Это новая модель, вот она. Фуриус? Фуриус. Ебой. Ебануться. Нормально. Нормально. Охуенно. Привет. Привет. Вот новая модель еще. Новая модель. У меня подписчики просили спросить, когда будет модель Маклауда с мужскими гениталиями. Слушай, это спецзаказ только, наверное, будет. Я думаю, вам нужно замутить, это будет нормальный заказ. Замутим. Попробуйте сделать. Слушай, будут просьбы, сделаем по-любому. Реально, вот просят мужика сделать. Реально, мужской торт, потому что всякие качки-пидоры хотят. Я думал, ты мне бабки даешь. Понятно, что еще нового? Слушай, вот запустили вторая модель, эксклюзивная работа. Блядь, это лучше, чем вот это. 56 тысяч. Ну это ты дороже, чем то. Он охуение, дело не в цене. Дело в том, как он сделан. Так, это у нас компания Хуб. Ничего нового у Хуба не предоставлено на стенде. А, нет, есть Хуб Мини крутой. Сейчас посмотрим, что он здесь. Прикольно, очень похож на трейди. Так он вроде называется. Перегрелся, пизда как. Перегревается. Так, вопрос, где Илья? Все. Идем к Илье забирать мой подарок. Кстати, компания Хуб начала делать, кому интересно, вот такие 12-килограммовые кантели. Это очень интересно. И мы идем к Илье, чтобы взять у него интервью. Подожди, снимаю. Видишь, братан? Красава. Сейчас Илья подойдет, погоди. Илюха, привет, как дела? Дава, привет, все отлично. Когда ждать тренажеры, беговые дорожки? Острые вопросы, Адава, рубрика, да? Да, острые вопросы. Скоро, ты знаешь, надо как-то восстанавливаться после всего вот этого, что сегодня происходит. Поэтому... Сколько гантеля стоит? 30 тысяч. Ну, естественно, это как сколько там кубов заложено? Дело не в кубах, а дело в том, что это классная вещь, за которую, прикольно заплатить много денег. Вот так вот. Она пользы никакой, в принципе, не приносит. Можно книжками, там чем угодно качаться. Да. Но это просто кайф. Ну это круто, кубовская. Как когда-то были кирпичи от Суприма, да? Да, да, да. Где моя кружка, блядь? Да. Кружки разобрали за полчаса, за час. Тоже такая тема, да, там кальяны, кружки. Не знаю, стараемся что-то придумывать.
Сейчас заеду. Сейчас на музыку. Сейчас на музыку. На музыку. Я попозже подойду еще. Давай, давай, давай. Давай. Все, понятно. Из новинок что? Да не, гантели и кружки. Понятно. Сейчас идет лютый тренд на медпир табака, поэтому Таня Мята решила всех опередить и выложить первой, прям сразу, прямо на месте. А, все очень просто. Таня, расскажи впечатление, что в нем. Это крепко, я в шоке. Крепко? Ну, да, ну как, для меня крепко. Это не очень крепко, но курибельно. По горлу есть немножко такое, коготками как будто. Да. Я попробовала. Ты сейчас только что соснула у половины выставки, ты понимаешь? Что за слова? Цензура, пип-пип. Ну, у меня персик, я хочу еще. Еще хочу вкуса других. Ну, блин, мне кажется, это тренд следующего года и табак года, возможно. А, мы встретили Максима Черемисова, Винтаж Боу. У меня все интересуются, когда будет табак? Все заебались его ждать. Табак будет? Ну вот первая партия на Сивас уже уехала, в январе поедет по дилерам. Все будет круто. Что вообще за продукт? Что ты про него сказать, как производитель? А, будет несколько линеек, медиум линейка, хард линейка. Будет аналог фрегата, сухой бленд, который мы в принципе год разрабатываем на основе Кентукки, Берлей, Вирджинии, Гаваны и многих разных сортов. Понятно, все, ребят, дождались. Скоро будет у вас табак от Винтаж Боу. Зашли мы на випку. Давайте посмотрим, как она, собственно, выглядит. Что в ней есть. Привет. Скажи, пожалуйста, ты приедешь в Украину? Нет. Чего? Я не приеду в Украину по причине того, что я, во-первых, пока там люто накосячил, я это признаю, пока туда ехать не хочу. Во-вторых, мне туда сложно поехать из-за моего гражданства. В этом году, может быть, если живой, буду еще. Так, что у нас есть в випке? А, здесь у нас есть Кирилл Глущенко. А, просто подойдем, поздороваемся с мастерами. С Ромчиком здоровался. Кирилл, привет. Так, ребята курят, собственно, отдыхают. Ну, блядь. Так себе, ребят, випочка, честно. Но не знаю, випка, ну, единственное, здесь можно хорошо почилить, это максимум. Ну и на этом, собственно, все, как бы, я не знаю. Просто повисеть с мобилой, посмотреть, что есть. А, по идее, давно уже все съели. Приятного аппетита, вкусно? А где купили? Внизу вкусный бургер? Ну, холодный только. Нет, спасибо, я как бы... Ну, не брезгую. А хули его холодным есть? Такое дело. Это как мертвую шлюху просто трахать, понимаешь? Бургер должен быть горячий. Ну, вот так вот. А есть интересная личность, это Павел Савинов. Вообще-то это я интересная личность. Ты хозяин виллы. Паш, как дела? Нормально. Как вип? Вип. Ну, наверное, было заебись. Сейчас, наверное, не очень. Мы что все съели, и здесь и весь жар поднимается здесь сюда. Слои, да? Да. Ладно, был, значит, пизда. Как рематч прошел? Слушай, прикольно, но я думаю, что второй пройдет раз в 10 круче. Да, я... 10 я привык. Кстати, 24-го в Мэншине. Да, в 3 часа. Я тоже участвую в кукарематче. Приходите, ребят, поддерживайте, как-то, не знаю. Да, только, ребята, важный момент, что вход по спискам, и те, кто хочет попасть на рематч, напишите мне, чтобы я вас нес по спискам. Это связано с тем, что Мэншин не такой большой. Мэншин не резиновый. Да, и нужно просто, чтобы все влезли, и всем было, ну, хотя бы чуть-чуть комфортно. Как Москва-Сити? Ой, ПП-Сити. Слушай, ну, по первому месяцу очень хорошие показатели. Но думаю, что дальше больше. Как у тебя дела? Правда, есть такая теория, что Антон устраивает фесты для того, чтобы поднимать кассу в ХП Лубянку. Я впервые это слышу. Но пусть будет так. Пусть будет правда. Мне кажется, поднимать кассы в Москве. Всем. Да, с одной стороны, да. Понятно. Как тебе фест в общем? Слушай, ну, блин, прикольно. Народ многовато. Очень много и очень душно. И коридоры очень узкие.
Ну вот там вот внизу, в принципе, ну довольно прохладно. Я сейчас сидел, где он на стенде вас говорит. Вверху жарче. Да, здесь пустовато. Понятно, спасибо. Все, давай, увидимся. 24. Эй-эй-эй, так. А, это ZR Premium Hook Tobacco. Довольно-таки интересный продукт. Много непонятных, очень прикольные баночки. Чашечки есть. И все остальное. Вот, собственно, сам производитель, и у него можно спросить. Именно эту ассоциацию. И начали говорить. Что это за продукт? ZR продукт. Я понял. Суть этого колена в том, что перекосим линейку. А как ZR расшифровывают? ZR? Зайнули Руслан. А кто это такой? И послужила та идея, что самый знаменитый в России это алтайский чай. Это ZR. Вкусом послужил именно он. Идея его именно здесь. По крепости как он? 5-6 по крепости. Мягкий, приятный? Мягкий, приятный. По контейнеру не перекатываете? По контейнеру не перекатываете? Перекатывается? Нормально. Я думаю, Руслан понимает, про что я говорю, да? Ну понятно, это ZR Premium Hook Tobacco в расшифровке ZRPHT. И сюрприз сделать, кальянную мою с днем рождения поставить. Кальянную с твоим днем рождения? Не, мою кальянную с днем рождения я не смог 2 года. Твою днем рождения с кальяном? Да, примерно так. Все, поздравляем кальяну этого чувака. 2 года, приходите. Как тебе выставка? Выставка пока хуже, чем везде. Везде. В Питере было лучше. Ну и бать. Летом было лучше. Это Питер. Слишком много народу, мало места, да. И не посидеть, ни, кроме как, наверное. У тебя, наверное, есть VIP, нет? Там очень жарко, там невозможно сидеть. Да. Весь жар, весь, там ничего же не осталось. И пить нельзя, блин. Там только грязные столы и крошки. Блин, там даже этого не досталось. Антон, блядь, ну без этого выпуск не выйдет. Подожди. Он меня не ухватил за яйца. Я в готовности. У тебя есть номер панды Женя? Вот панды Женя? Нет, у Руслана есть. А тоже. Вот, давай дым. Бля, братана уважаю. Он меня не ухватил за яйца. Антон, как у тебя настроение? Вот братан. Охуенно. Ухватился за яйца. Я в шоке вообще. Дай фотку сделаю. Этот день еще не кончился. Дай фотку сделаю с Антоном. Слушай, я тебе обещал задать вопрос. Я когда у тебя спрашивал про летний фест, ты сказал, не знаю, проснусь, пойму. Да. Как у тебя ощущения были, когда ты проснулся? Когда проснулся, все было круто. С летним фестом, мне кажется, было лучше, потому что там было дохрена места. Площадка была больше. Большая площадка, где народ чилил. Здесь я на видео говорил, что это будет ярмарка. Но все равно многие пришли с желанием посидеть, покурить. И такие пишут в комментах, блин, вообще места нет. Чуваки, ну мы в Москве, здесь сложно вырубить площадку. Здесь даже парковочных мест в Москве не бывает, да, блядь. Здесь сложно. Взял у тебя какой-нибудь стенд? Да, у него все стенды здесь, это его стенды. Да, ты красавчик, казах мой, блядь. На рекламе заработал. Все нормально, у него каждый выпуск куча там рекламы. Слушай, у меня один клиент, который меня ухватил за колокольчики, говорит, дай мне фотку с Антоном. Ну, на. Давай сделаем, я убегу, оставлю вас. Все, короче. Как твои ощущения по Christmas Sale? Короче, я считаю, что это охренительный формат, и те, кто поняли его, вот мне подходит, говорят очень много людей, что это просто вау мероприятие. Сцена, музыка, атмосфера, все супер классно. Все, самое главное, кто выставляется, все подошли и сказали круто, потому что все наторговали. Все потому что все продали все за 2 часа все максимум. Все сразу все продали, и многие недооценили покупательскую способность. То есть, многие, кто пришли вечером, жалуются, ни хрена нету, потому что все стенды все продали с утра, это правда, да. Вот, но в следующий раз будет, значит, больше. Все больше. Громко было. Громко было. Громко. В следующий раз летом, да? Да. Спасибо, ребята.